В районе Люблино построят детский сад на 350 мест. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Пресс-служба стройкомплекса Москвы сообщает, что Москомархитектура согласовала проект детского сада на 350 мест на юго-востоке столицы в районе Люблино. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, фасады здания будут выполнены в ярких цветах. Формы также будут лаконичны. Садик хорошо впишется в окружающую застройку. Он отметил, что новые детсады начали проектировать вместе с жилыми кварталами. Объект будет построен за счет инвестора. Он появится на улице Люблинская, дом 72. Детсад рассчитан на 14 групп. В нем оборудуют два спортзала, кружковую, комнату для занятий музыкой, кабинеты медсестры, психолога, логопеда и администрации. Для каждой группы будет создана индивидуальная игровая площадка на территории и общая для занятий спортом. На этом все. Следите за новостями жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!